В этом году сенсею Канадзаве исполняется 77 лет. В японском написании число 77 похоже на иероглиф «счастье». Поэтому этот год очень особенный для него. Это должен быть очень хороший год для него. Каждый год 3 мая я пишу Кантё Канадзаве письмо с поздравлениями с днем рождения. Вот уже 20 лет я поздравляю его в письмах, но завтра у меня будет привилегия поздравить его лично с 77-летием. Хотелось бы, чтобы он как можно дольше прожил. Ну, я думаю, если в 77 лет он еще тренируется, причем активно тренируется, для нас это хороший пример. Я хотел бы, чтобы он в этой форме он оставался еще не один десяток лет, продолжая воспитывать новых мастеров. На его 77-летие я желаю ему еще 77 лет преподавания карате, если это возможно. Потому что он очень популярен во всем мире, и ему доставляет удовольствие преподавать карате повсюду. Так что я думаю, еще 77 лет были бы наилучшим подарком для него. Пусть вот этот путь, который он прошел, пусть у него за спиной будут больше последователей и его сторонников. Нам бы очень хотелось, чтобы господин Канадзава жил очень долго, да, на радость всем нам. Дай Бог ему здоровья. 100 лет и больше пусть живет ради нас, ради таких вот молодых, которые подрастающих поколений, пусть обучает традиции, искусству, доброте, всему хорошему, что есть в восточных единоборствах. Такие люди должны жить долго. И, в общем-то, они, мастера, и живут долго, потому что они правильно живут. А люди, которые живут правильно, они живут долго. Я хотел бы, чтобы у меня и 10, и 20, и 30 лет спустя был сэмпай. Это страстное желание всех нас, кухаев. Хотелось бы, чтобы он пожил подольше. Ну вот, собственно, и все.